Память жертв политических репрессий почтили в Еврейской автономной области. Митинг у Поклонного креста на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы собрал людей всех возрастов. Представители духовенства, региональной и городской власти, общественников и неравнодушных жителей. Это день очень трагичный, потому что самые страшные события в жизни любого государства происходят тогда, когда власть уничтожает собственный народ. И так, к сожалению, было в истории советский период, истории нашей страны. К счастью, сделаны правильные выводы. Очень большая поддержка оказывается потомкам репрессированных. Практически все, кто безвинно пострадал, реабилитированы. В книге памяти жертв политических репрессий имена более 6 тысяч жителей автономии, обвиненных в политических преступлениях. Из них расстреляны 1066 человек. Многие приговорены к отбыванию наказания в исправительно-трудовых лагерях или выселены за пределы области. Сегодня новый век, новая жизнь. Сегодня новое общество. И наше государство, которое мы строим как правовое, не должно больше видеть таких дней. Мы не должны больше впадать в истерию политических амбиций для того, чтобы ставить выше человеческой жизни. Сегодня и по сей день продолжается исследовательская работа по изучению того периода времени. Выявляются новые имена репрессированных и причастных к тем событиям. Живых свидетелей страшной национальной трагедии все меньше, и тем важнее сохранение исторической памяти. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.